Привет, всем доброе утро. Со снегом вас. Сегодня, кстати, старый Новый год. Так что поздравляю с праздником и со старым Новым годом. Это действительно Новый год. И снег идет. Погода соответствующая. Кто куда? А я на работу бежу. 7 утра. Такая погода не радует. Мете прямо глаза, мете. Тяжело идти, под ногами куча снега. Нет, я же совсем намокла. Засыпала совсем снега у меня. Фух. До работы я иду 3,5 километра туда и обратно 3,5. Ну, еще там за целый день километр набегаю. Вот получается день где-то километров 8 я и прохожу. Нечаянно. Нечаянно, негадано. Может, дорожки почистить буде легче тоді іти. Сейчас, конечно, оступаюсь. Де бордюр, де не бордюр, де дорога, нічого не видно. Все засипало, іти важко. Я звернула на таку тиху вулочку, де менше машин. І якраз по прямой вийду до роботи. Тут і потіше, не так шумно, і газу поменше. Захекалась, Наташа. По-моєму, сьогоднішній день буде пройдений з більшою нагрузкою. Ми так не договарювалися таку погоду гуляти. Якраз ділаю два діла в одному. Утро вместо пробіжки спеціально іду на роботу тільки пішком. І після роботи якраз економлю час на заняття і на прохождення своїх кілометрів дистанції. Кстати, уже спина мокра. Жарко, Наташа. Ладно, побачимся еще. Буду идти обратно, подключусь на обратном пути уже после работы. Всем пока. Топаешь с работы до дома. Теперь у нас погода меняется. Утром снег валил. А сейчас мелкий дождь. И как раз это все летит. Мелкая-мелкая. И замерзает. У меня аж на курточке появляется ледяная корочка. Несмотря на то, что под ногами. Штаны тоже превращаются. Короче, штаны тоже превращаются в ледышку. Постепенно иду и намокаю. Вот так погода. Я так обрадовалась снежок. Будем теперь расстанавливаться. Сейчас походу забежу еще на Новокольскую. Заказывала чехол на телефон. Так что сейчас тоже заберу, а потом буду сушиться дома. Привет, Борис. Ти заждався, да? Спав цілий день, а тепер проснувся, я прийшла, він начав тут мацеон. Вирухтився, да? Тепер що, будеш мені опять бігати? Ну давай, вмивайся. Зараз чаю поп'єм. От так. Ти мій енерджайзер. Зараз він умиється, підкріпиться і почне тут бігати. Як заведений, як на батарейках. Да, Борис, ти такий? Забрала з почти свій чехол. Заказувала через інтернет-магазин. Я хотіла трошки другий. Ну, хотіла подешевле, щоб купити. Ну, не було. Купила вже так, купила. Якраз під мою модель. Мені подобається, що він отут з цим, з пластмаса. Ні, це не пластмаса, це якась поліуретанова вставка для держання. Тому що в мене телефони ж падають конкретно. І мені якраз удобно, щоб ці края не бились. Тут ще ось кармашки є. Отак. Будемо сюди бабулеси піхати. Ну, такий стильненький, чорненький якраз на мій телефончик пойде. Всі дірочки на місці, як треба. Зараз підцеплю телефон у нього. Жалко, залишився в мене один телефон і ухвистив гриву, як кажуть. Ну, будемо беречи этот. Якраз
Хорошо, тут защита тоже по боках буде со всіх сторон. Такий. У мене один такий був просто книжкою без цієї внутрішньої вставки. Ну, це, я думаю, должен бути більш-менш практичний. Ну, попробую, як він буде в дійстві. Посмотрим. Жизнь покаже. Все, пошли пить чай. Пошли пить чай, дорогой. Да. Підем? Чи ти шукаєш свою мишу? А, він уже мишу свою шукає. Десь потеряв. Зараз знайдем. Зараз знайдем, будемо ігратися. Ой, Дід Мороз прийшов з тачкою. Здравствуйте. Здравствуйте. Долари надо? Де? Будем зарабатывать это. Мы будем сейчас на тачке по квартире кататься. Загадала Деду Морозу на Новый год, на старый Новый год, купить мне тачку. Дед Мороз тачку и купил. Только садовую. Наденька. Ну, новая тачка, корыто. Не, тачка, не корыто, тачка. Будем літом фестивалить по этому, по огороду. Да, тато? По акції в магазині була тачка, считай, в пол ціни. Я кажу, їдьте, тато, купіть мені тачку. Що ти там уже загубив? Болтики, не теряй. Зараз поставимо на балконі, будемо їхати тоді на деревню к дедушке, заберемо тачку. На прокачку. Ти мене будеш у ній катати? Та попробуй, вона тільки хоч би видержала так, воздух возити. Це так. Листочки, а колесо у неї. Жовте, красиве, нове. Хай буде красиво, да? Да, оранж. Ну, тачка садовая, вона ж не строїтельна. Тачка садовая, легенька, предназначена возити травку, листочки, ну не кирпичі. Ні цемент. Це якраз Наташі на городі справлятися. Буду якраз літом, весною працювати. Що привезти, що відвезти. А так в мене там такі тачки тяжелі, що я їх не можу потягнути. Так, ну що, роздівайся, будемо вечеряти. Давай, быстренько перехватим, там уже я ще на роботу поїду. Зараз перезвоню, скажу. О, Боже. Ну, ладно. Всім пока. Наненький, изменщик. Изменщик родины ты, да? Дождався папу и до него смотався. Эх ты. А я думала, ты меня любишь. А в тебе со мной только чисто деловые отношения, Борис. Я же ему на ночь горшок меняю, а ты не меняешь. Ты уже спишь. Борис, у тебя со мной деловые отношения. С папой в тебе любовь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, ладно. Прийшов, мурчить. Його понюхав, мурчить, да? Ти, шкура, ти шкура. Трактор який, довольний, замурчав. Со мною так не мурчиш, діловий. А що тут у нас сьогодні на вулиці? Сніг превращається в дощ. Отак. Вже вечір. Куди бахкають. Куди бахкають петарди. Да, Борис? Да, Борис? Осторожно, да. Що там? Зима там на вулиці, да? Туда нельзя, там высоко. Что, тебе интересно? Я тебя буду держать, а тут ты еще упадешь. Нельзя сюда. Так что, трошки притрусила снежком. На улице минус один. А показывает с холодным ветром. Вроде бы как минус 9. Ну, кто его знал. Может, до утра еще дуще похолодает. Буде ще холодніє. Примерзне тоді, буде гололід, як завжди. Світяться окна.
квартирах. Люди поприходили додому. Да, Надь. И ты наблюдаешь, да, Борис? Кто там ходит? Кто там ходит? Ему все интересно, любопытный. Так, товарищ, все, давай, закрываю окно. Тикай. А то мы тебя не уловим. Птица с пятого этажа. Все. Закрываем лавочку. А то я боюсь за тебя, чтоб ты там не упал, не дай бог. Да, чтоб ты не упал. Холодно там, да? Холодно там. Сыро и противно. Там с собакой там кто-то гуляет, да? С собаками гуляет. Так что, ну что, пошли. Дай руку, пошли работать. Давай лапу, пошли. Не хочет, не хочет. Что ты недовольный? Хвостом машешь, недовольный, хвостом машешь. Борис, что ты там? Борис, что ты там побачил? Там фейерверки у нас сегодня бросают. И он наблюдает. Да? Кто там? Вороны летают. Сидит так. У него пункт наблюдения тут на подоконнику. Высоко сижу, далеко гляжу. Что ты там еще побачил? Наблюдая с высоты, где собаки гуляют там с хозяевами, чи хозяева с собаками.